Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие студенты. Вот, я сегодня, значит, буду читать лекцию, которая будет продолжением той лекции, которую я прервалась тогда, потому что мы начали с опозданием, и она получилась долгой, и я перестал это... Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие студенты. Вот, я сегодня, значит, буду читать лекцию. Простите, у нас техническая неполадка. В общем, я начинаю сейчас лекцию. Она будет продолжением прошлой лекции, которую я читал. Мы там остановились, мы начали говорить о Михайловском дворце. Вот. Почему я выбираю вот эту тему и хотел бы, чтобы ее послушали в, там, так сказать, в то или иное время, вообще говоря, весь наш курс, потому что, собственно говоря, обоснованием вообще существования нашего факультета, его смыслом и вообще нашего изучения классической архитектуры, о которой я говорю, является, конечно, реставрация и реновация. Это самое главное, что есть. Потому что в современной классической архитектуре, так сказать, в новоделах, понимаете, это не является большим убедительным фактором того, чтобы восстанавливать школу. Ну, там существует такая иллюзия, что каждый видит по-своему, классику можно видеть по-своему, вот это вот по-своему у всех на устах, и это, собственно говоря, разрушило школу, классическую архитектурную школу и вообще в конечном итоге классическую систему и архитектурной композиции. И не только классическую, а вообще само понятие архитектурной композиции у нас сейчас находится в общем состоянии уже, я надеюсь, летаргического сна. Нет композиции. И сегодня, я немножко... Сейчас расскажу то, что я уже говорил в прошлый раз про Михайловский дворец. Но это Михайловский дворец. Ныне это крупнейший музей национального искусства, русский музей. Это организация «Русский музей». Ему принадлежит еще несколько дворцов в Петербурге, которые превращены в музейные собрания. Это Михайловский замок, это Строгановский дворец и это Мраморный дворец. И сегодня к Русскому музею принадлежит также Летний сад и Михайловский сад, естественно. Вот. Итак, значит, я немножко повторю об этом, о градостроительном значении Михайловского дворца. Михайловский дворец, как я уже говорил, он находится на такой зеленой, что ли, зоне Петербурга центральной, которая возникла с самого его основания Петербурга. Это идущая, стоящая на берегу Невы Летнего дворца, Летнего сада. Вот я сейчас покажу стрелочки. Летнего дворца, Летнего сада. После этого это переходило вот в огромный корпус сада, в котором находился второй летний дворец, в котором родился Павел I, который построен в Растрелле был. И дальше по реке Фонтанке шли дворцовые комплексы, которые частично уже застроены, распроданы были, но сплошняком река Фонтанка была застроена. Повторяю, это произошло потому, что адмиралтейская часть, а это та, которая как бы не островная часть Петербурга, она не была под жилую застройку по известным там стратегическим причинам. И там, значит, находились промышленные сооружения, ну, военные вот адмиралтейства и соляной двор, и литейная часть уже немножко дальше вот попала. И собственно говоря, Михайловский дворец был построен вот в этой зеленой зоне. Почему его построили, я немножко расскажу позже. Вот, смотрите, вот он, его, ну, так как он выглядит сегодня. Он является частью Михайловской площади, о которой я там более-менее подробно рассказывал в прошлый раз. И он состоит из вот следующих корпусов. Это, собственно говоря, сам Михайловский
дворец, который здесь, ну, построен он архитектором Росси, вот, и для великого князя Михаила Павловича. И он имел два симметричных, как бы, двора, в которые входила манеж, вот, и этот фрейлинский корпус, который существует до сих пор. Там находится дирекция Русского музея и фонд скульптуры, открытый фонд скульптуры. И сейчас Русский музей еще имеет большое здание этнографического музея, которое пристроено к этому флигелю, правому флигелю, так сказать, от нас. И так называемый корпус Бенуа. Это такой выставочный зал Академии художеств, который построил Бенуа. Но я чуть-чуть позже об этом расскажу. Вот Михайловская площадь сама состоит тоже из памятников архитектуры. Вот, но и она сделана в тавросевском стиле. Вот это вот Михайловский театр, вот это вот генеральский дом, в котором находится музей-квартира Бродского. И он по оси стоит на Михайловской улице, которая пересекает Итальянскую улицу, которая здесь проходит. А вот эта улица называется Инженерная, которая связывает Садовую с Мойкой. Вот, ну, я вот повторяю, значит, эта композиция, которая идет несколько проспекта, она, значит, условно говоря, так зафиксирована таким вот портиком Руска, так называемым. Это дорический портик с такими сдвоенными, как бы, колоннами. И здесь вот, это я рассказывал, когда говорил вам о значении, так сказать, дорического ордера в архитектуре. Вот это вот его положение, это Михайловская улица, эта композиция, этого ансамбля важнейшего в Петербурге, положение по отношению к главной магистрали Невскому проспекту. Вот это мы, значит, я повторяю, проходим по Итальянской улице, мы заходим на эту площадь, и вот сейчас обойдем эту площадь, которая вся построена, значит, памятниками, которые сделаны как бы в духе Росси, хотя и разными архитекторами. Вот справа это большой зал филармонии имени Шостаковича, который на самом деле как бы, ну, является чуть ли не самым главным музыкальным местом. Ну, там играл оркестр Мравинского, который считался лучшим в Европе и в мире симфоническим оркестром. Вот, вот это вот здание тоже построено как бы, ну, в духе вот этого классического россиевского ансамбля, это здание школы, а в глубине мы видим, вот, а вот вся эта композиция, значит, по оси, она выходит на Русский музей. Тут стоит памятник Пушкину, построенный, сделанный скульптором Аникушиным, архитектором Спиранским. А это, вот мы смотрим на этнографический музей. Я немножко вернусь потом к этой композиции, которая вот здесь странным образом сбита. Это этнографический музей, который построен в 1907, по-моему, году, уже после того, как этнографический отдел Русского музея. А вот мы, значит, вот опять мы имеем дорический ордер, как бы ответом, которым оформлены флигеля Русского музея. И вот это само здание Михайловского дворца, парадная композиция, симметричная. Вот это вот симметричный, совершенно такой же архитектуре, фрейлинский корпус, вот это Михайловский театр, вот он, мы проходим по площади искусств дальше, Михайловской площади, она так в советское время называлась площадью искусств. И вот эта вся композиция, видите, она представляет собой правильный прямоугольник, и вот эта итальянская инженерная улица его как бы фланкирует. И он выходит на портик Руска, который смещен с этой композицией. И видите, там дальше такой грандиозный квартал, сделан гостиного двора. Это одна из самых известных в мире классических композиций. Вот, вот это снова, значит, тут, я уже об этом рассказывал, это ее план Михайловского дворца. Михайловский дворец выходит на Михайловский сад, это обширный сад, который построен в английском духе, живописный сад, нерегулярный, и, к слову, здесь прошло мое детство в этом Михайловском саду. Вот, вот это вот, собственно, картина Садовникова, который изображает Михайловский дворец. Это, видите, как
великолепная картина, изображающая его на момент где-то в 1800, я думаю, 30-х годах. Вот это вот мы сейчас заходим в Михайловский дворец. Я просто вот остановился вот на этой картинке, потому что это, ну, единственный оставшийся от Руси интерьер, который был сохранен как мемориальный зал, когда будет перестройка, я об этом позже расскажу, который был сохранен как мемориальный зал великого князя Михаила Павловича, ради, для которого это строил. Вот это вот залы дворца. Я выбирал те дворцы, которые остались, я выбирал те залы, которые остались от Росси. Хотя на самом деле подлинный совершенно вот зал, только вот этот. Вот, да, и еще, значит, была сохранена при реконструкциях последующих, о которых я расскажу, была сохранена парадная лестница, великолепный интерьер. Тут вот что интересно, я подробно потом скажу. Вот Михайловский, вот это вот отдел древнерусского искусства, например, мы к этому вернемся еще к экспозиции Русского музея, вот это вот портрет Карла Ивановича Росси, который построил, как пишет кто-то, тот автор многих зданий архивных ансамблей в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Ну, в частности, Дворцовая площадь, самый знаменитый ансамбль, градостроительный ансамбль в Петербурге и вообще в России, это автор его как бы южной части, вот этот главный штаб и Министерство иностранных дел с великолепной аркой, ведущей на улицу, которая ведет к Невскому проспекту, это Карл Иванович Росси. Ну, собственно говоря, этот Михайловский дворец был построен для великого князя Михаила Павловича. Это была удельная собственность. Он, как Михаил Павлович, будучи младшим сыном Павла I, то есть это пятый, так сказать, мальчик, вот, он четвертый мальчик, самый младший и последний из 10 детей императора. Он был сыном Павла I и Марии Федоровны, и великий князь он, соответственно, как бы престол получил его старший брат, третий Николай I, а он в качестве удельной собственности получил Михайловский дворец, главный корпус был в 21-м году, а потом пристроили два флигеля, о которых я уже говорил. Ну, архитектор там в этой работе, ну, главным, конечно, автором был Росси, но там участвовало довольно много архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, и в том числе Адамини, который, Томмазо Адамини, это великолепных каменных дел мастер русский. А в 23-м году начали отделочные работы. Но это, так сказать, мне вот хотелось тут рассказать, почему я показываю здесь Михаила Павловича и его супругу. Это молодая, значит, красавица. А его звали Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская. Это она приняла в православии имя Елены Павловны. Тогда было принято, что жены принцессы, принимая православие, брали себе отчество от царствующего супруга отца, ну, уже тогда не царствующего, но супруга, она взяла такое же отчество, какое имел Михаил Павлович, то есть от Павла I. Ну и дворец буквально сразу стал, ну, таким центром культурной жизни и светской жизни Петербурга. Дело в том, что сама Елена Павловна, она была очень молодая, но она была не, она вот такая молодая, красивая женщина, она немедленно начала вести очень такую светскую жизнь во дворце, причем светскую жизнь, связанную с культурой. Она сама, будучи хорошим музыкантом, прекрасно игравшей на рояле, вот, она, значит, начала, она, там, значит,
она создала из Михайловского дворца такой, из своих этих гостиных Михайловского дворца, она создала целый такой музыкальный общество, музыкальный салон, который впоследствии стал основанием Московской и Петербургской консерватории. И там, значит, и с ее именем, значит, собственно говоря, и связано первое концертное сооружение в России и первое высшего музыкального учебного заведения. Это, значит, благодаря Антону Рубинштейну. Но делалось это на деньги как раз этой супружеской пары, на деньги Елены Павловны. И она принимала активнейшее участие в реализации всех этих музыкальных планов. И там, в принципе, на этих вечерах музыкальных было... Ну, в общем, почти все, кого можно представить в те времена в истории русской музыкальной культуры, они все там бывали. Она принимала также там, ну, там, например, первый концерт Чайковского, например, Петра Ильича, состоялся тоже в этом Михайловском дворце. В Михайловском дворце он прибыл по приглашению, опять же, Елены Павловны. Здесь принимали знаменитых зарубежных музыкантов, которых был Рихард Вагнер. В Михайловском дворце во время петербургской гастроли 1967 года жил Гектор Берлиоз. Великая княгиня она еще увлекалась живописью и выступала в качестве мецената живописца. Она поддерживала финансово Карла Брюлова, Ивана Айвазовского и дала деньги художнику Александру Иванову на доставку картины «Явление Христа народа» в Россию, которая потом висела в Эрмитажной коллекции, как там русское искусство. Сейчас, значит, в результате разных событий, последующей истории, значит, она оказалась в Третьяковской галерее. Елена Павловна отлично разбиралась в литературе, ей посещались стихи и Пушкин, и Тютчев, и великая книга, она зачитывалась произведению Гоголя и содействовала изданию его сочинений. Она жертвовала на средства на исследование Российской академии наук, в том числе на экспедицию Миклуха-Маклая. Когда ее не стало, в 66-м, по-моему, году, она то Иван Тургенев сказал, что ее вряд ли кто ее заменит. Ну, вот я снова сейчас показываю Михайловский дворец и снова напоминаю, вот это центральное здание, это Михайловский дворец, собственно, и есть ныне Русский музей. Слева это флигельский корпус, а справа этнографический музей, который построен в 1909 году. Вот это дети Елены Павловны, это с картины Брюлова, с акварели. Вот это вот одна из первых изображений Михайловского дворца, это рисунок. Вот это то, что я написал на заставке, это картина изображена. А вот это вот тоже, как изображается Михайловский дворец со стороны Михайловского сада. Вот такая акварель, изображающая как бы вид этого дворца, Михайловский сад. Вот это одна из гостиной, которую построил де Бассе, для Елены Павловны, в котором, ну, уже во второй половине XIX века, уже когда она была достаточно пожилой. Вот. А вот это кабинет великого князя Михаила Павловича. Он очень... Это картина, это не акварель, по-моему, акварель. Вот это... Она, в принципе, сохранилась, вот этот интерьер. Он находится на втором этаже, в нем один из залов музея, ну, кроме вот некоторых деталей интерьера. Вот это Елена Павловна идет со своей дочкой Екатериной Михайловной, которая будет последней хозяйкой дворца. Ну, последней хозяйкой дворца из потомков Павла I. А вот это вот последний хозяин. Дело в том, что Екатерина Михайловна, вот, и дочерью, ну, там, в результате династических браков, они, эти великие князья, женились тоже на принцессах, и в том числе, вот, и на принцах, и вот последним хозяином в результате стал герцог
мекленбургский Георг Стрелецкий. Вот. Он, собственно говоря, и когда умерла Екатерина Михайловна, то вся собственность, ну, в общем, одним словом, всю собственность Михаила Павловича, ее передали, ну, великим князьям из рода, ну, разным образом. А вот Михайловский дворец, было принято решение его купить у герцога Георга, который был на русской службе, был генералом, и он, в принципе, очень много сделал хорошего, тоже был очень образованным человеком, и музыкантом, и литератором, и, так сказать, все как полагается. Вот, он, потому что с детства у бабушки слышал самых великих русских музыкантов и композиторов в ее салоне, но они нужно было, но по законам Российской империи удельная собственность, то есть та, которая принадлежала великим князьям, не могла принадлежать не членам фамилии, не членам царствующего дома или их потомков. А по закону она могла принадлежаться только государству. И поэтому этот дворец был куплен за очень приличную сумму, около 2 миллионов рублей у герцога. Они уехали в особняк, который находится на Фонтанке. И дальше было принято решение сделать из Михайловского дворца сделать русский музей. Ну, то есть собрать национальную картину, которые находились в основном в Императорской академии художеств, в Зимнем дворце, картины русских художников в частных коллекциях и так далее, и собрать такой русский музей, который исторически как бы рассказывает об истории русского искусства и показывает все лучшее, что, так сказать, было собрано. Тем более, что это был как раз очень повышенный интерес к нашему национальному искусству, и не только к древнерусскому, которое, в принципе, тогда открывалось, и тогда впервые его начали осознавать как величайшее явление вообще в мировом искусстве, а кроме того, открывался и классическое искусство. 18 века это была такая вот, ну, что называется, если можно так выразить, мода на наше наследие, которое, к счастью, как бы вот такие моды бывают. И дальше проходила большая... Ну, в общем, вокруг Михайловского дворца и его покупки там происходило очень много теорий. Вот, например, граф Битте в своих знаменитых воспоминаниях пишет, что идея сделать Михайловский дворец русским музеем принадлежит ему. Но на самом деле существуют другие воспоминания, которые говорят, что все-таки граф Битте на самом деле пытался сделать из Михайловского дворца Министерство финансов России. Он был туда министром финансов и стал потом как бы премьер-министром России. А вот на самом деле, скорее всего, все-таки идея передать русскому музею Михайловский дворец принадлежит Ивановичу Толстому. Это такой очень известный деятель, такой, ну, ученый, искусствовед, как бы, и литературовед даже. Он был вице-президентом Академии художеств, и он написал такое страстное, которое я вот его читал, страстное письмо, действительно, чрезвычайно эмоциональное, которое подействовало на императора на императора Николая II, и он, значит, издал указ о том, что будет организован музей его отца, Александра III, который, собственно говоря, был. И вот с этого момента началось строительство и реконструкция Михайловского дворца, превращение его из парадной резиденции, из дворцового помещения в его крупнейший музей России. Как был устроен Михайловский дворец? Сейчас найду вид сверху. Как был устроен Михайловский дворец? Вот и
Вот посмотрите сейчас на, вот на сам дворец, вы увидите, там вот тут не очень видно на этой фотографии, там есть два маленьких дворика, которые закрыты кровлями, потому что они очень маленькие, 11 на 13 метров, мы к этим дворикам еще вернемся. И вот с правой стороны, вот видите, там где два фонаря, которые сходятся друг с другом под прямым углом, вот во времена Елены Павловны и Михаила Павловича эти и строились эти дворцы, вот это была огромная парадная столовая, вот, а вот это вот был огромный бальный зал, которые выходили и имели окна в эти маленькие цветовые дворики. А вот здесь находилась церковь Михаила, Архангела Михаила, такая, знаете, церковь в мансарде, что называется, на самом верхнем этаже находилась церковь. Поэтому этот дворик назывался церковным, а этот назывался столовым, что ли, этот двор в те времена. Потом поменялись эти названия. И, в общем, когда... Почему был выбран Свиньин, архитектор вот молодой? Потому что он сделал для Иван Толстой был, как я уже сказал, вице-президент Академии художеств, и он в здании Академии художеств, которое он до сих пор занимает, он сделал просто очень много очень быстрых, он работал как подрядчик, очень быстрых и очень качественных, как показалось Ивану Ивановичу Толстому, реконструкций. Так как этот музей переходил Академию художеств, то он этому архитектору Свиньину, который был очень молодой, сравнительно со всеми, при том, что было очень много выдающихся мастеров в это время архитектуры, поручили молодому Свиньину просто ради того, что он быстро, как бы, и как казалось, качественно сделал подряд, строительный подряд, то есть превратил столовый и бальный зал, вот снова повторяю, вот это превратил в эти огромные залы, которые мы знаем, значит, в Русском музее. Кроме того, так как эта работа, ну, условно говоря, показалась успешной, то он из флигеля, который вот справа, вот посмотрите, как Михайловский дворец был устроен, вот это флигеля этого, вот это некое здание, которое выходит, а вот это уже выход на Садовую. Вот вместо вот этого корпуса и вот этого зала был построен этнографический отдел Русского музея, в котором были, ну, как бы все народы империи должны были представить своим искусством. Вот выполнен такой был проект, очень, так сказать, на первый взгляд деликатный и так далее. Но, к сожалению, впоследствии этот, он получил колоссальный зал, который он оформил вот таким невероятно крупным и громоздким атиком. И в результате получилось сооружение, которое спорит с Михайловским дворцом по своему размеру. И в градостроительном отношении, вот оно, в градостроительном отношении он выходит на высоту Михайловского дворца, видите, вот здесь. И в этой самой градостроительной ситуации Михайловской площади, я это показывал в начале лекции, он совершенно неуместен. Понимаете, несмотря на то, что это тоже памятник архитектуры и так далее, но это пример неудачной, что называется, реновации, приспособления зала, несмотря на то, что это все, конечно, сделано тоже чрезвычайно качественно с точки зрения. Ну и определенная громоздкость этого объема, она прекрасно видна. Вот это, да, там еще был такой анекдот небольшой, потому что эта реконструкция делалась, последний хозяин, герцог Мекленбургский, несмотря на то, что вся собственность перешла, вся собственность была куплена, как бы, они обратились с такой, знаете, они герцог и его семья обратились к императору с такой трогательной просьбой, значит, кое-какие, значит, вещи, которые с детства с ними связаны, из Михайловского дворца, значит, забрать себе домой, на что этот согласился. Но, во-первых, герцоги последние хозяева уже давно не жили в Михайловском дворце, они жили во флигелях. А во-вторых, когда они забрали оттуда все, и люстры, и целый набор различных, целый набор самых разнообразных предметов, мебели, и канделябры, и, в общем, буквально через несколько дней после того, как они это забрали с помощью, ну, Свиньина, эти все предметы и даже их детали, разобранные люстры, стали появляться на блошиных рынках Петербурга. Вот, такой вот анекдот, вот, который мало кто знает, но он на самом деле был. Кроме того,
эта работа «Свиньи нас», она, так сказать, вот видите, как раз это открытие, значит, русского музея происходит со всеми там выдающимися как бы деятелями и великими князьями. Вот они фотографируются в этом зале во время открытия. И вот этот зал является, это как раз зал, который был переделан из столового корпуса, вот свининым из столовой. Он, видите, сделал глухими стены, и до сих пор поэтому вот та часть, которая смотрит на Михайловский дворец, на Михайловский сад, она имеет ложные окна. Даже не ложные окна, а просто ниши, покрашенные белыми, которые оформлены россиевскими сандриками, но они не имеют окон. И внутри он сделал вот такую отделку в таком, ну, обычном, что называется, музейном стиле того времени под Грецию. Но и тут, конечно, это, конечно, очень качественная работа, но я вам должен сказать, что тут есть элемент такой немножко халтуры, потому что он, вот фриз, который наверху обрамляет, это просто слепки, взятые из Академии художеств, причем иногда повторяющиеся между собой, так сказать, ну, как бы никто не видит, вот это было сделано. Мы потом... А вот это, значит, парадная лестница, которая сохранилась. Тут вы, ну, видите, она как и всякая музейная, всякое дворцовое, простите, пространство, главная центральная вертикальная коммуникация, он, как правило, идет на всю высоту дворца, и ордер, вот этот вот коринфский, сделанный с таким немножко египетским стилем, вот модно тогда было это архитектором, ну, то есть Росси, он повторяет по размерам колонны, которые стоят на фасаде, и, ну, и по рисунку похожему. А вот это вот очень любопытно, вот наверху плафон, это живопись. Там просто обыкновенная стена, которая вся расписана живописным образом, понимаете, вот, но это такая виртуозная живопись Гризалью, что это, так сказать, не замечает никто, как правило, даже, ну, это не рассмотреть снизу, но это живопись. Там плоский потолок, то есть не плоский, но с таким небольшим аттиком, таким внутри интерьера. Вот. Посмотрите, вот здесь поближе вот видно, вот этот зал, который был там в черно-белой фотографии открытия, в котором висят самые крупные вещи русского музея. Это последний день Помпеи, то есть медный змей. Раньше тут на этом месте висел последний день Помпеи, ну, когда во времена моего детства. А вот эти все вот самые гипсовые слепки, которые, видите, это просто слепки с алтаря мира. Алтаря Августа, которые имелись в распоряжении Академии художеств. Вот посмотрите, тут я вот иллюстрирую неудачность постановки того крупного парадного композиции, который смотрит совершенно случайное место рядом с углом вот этого здания, которое, конечно, и это вот, ну, пример вот неправильной работы, халтурной, что называется, или не очень талантливой. Эта работа «Свинина» она подвергалась уничтожающей критике. В это время уже в Петербурге расцвел, так сказать, Серебряный век, уже был неоклассицизм русский самого высочайшего качества и тонкости, и поэтому работа «Свинина» казалась просто, халтурой, что называется, несмотря на такое, как бы, виртуозные нарисованные детали. Например, Александр Бенуа называл «Свинина» Свинкиным. Вот как он устроен, Михайловский дворец. Я сейчас немножко о нем расскажу. Вот эти световые дворики, видите, это, в общем, очень тесные, такие грязненькие, что называется, дворы, как вот на фотографии сверху, вот и здесь. Вот вокруг них вот находятся вот эти залы, и поэтому в этом дворе совершенно глухие стены. Да, кроме вот этого 13-го зала, а в этом дворе по периметру существуют окна, и там находится хранилище древнерусской живописи как раз. Как устроен дворец? Значит, экспозиционная часть занимает два этажа, причем экспозиция начинается исторически построена, она начинается со второго этажа, мы поднимаемся по роскошной лестнице вот этой, которая перекрыта фонарем, после этого мы
мы поднимаемся на второй этаж, и дальше начинаются последовательные типы истории русского искусства. Сначала древнерусская живопись вот здесь на втором этаже, после этого древнерусский отдел. Древнерусский отдел занимает сейчас и вот эту вот часть. Дальше начинается Петровский отдел. Петровский отдел переходит, ну, вот 18 век, он и академизм русский и так далее, и он доходит до главного зала академического искусства, в котором вот раньше висел медный змей, а теперь он переехал сюда, а вот здесь вот зал, в котором был последний день Помпеи. Вот эти крупные залы, которые, ну, на которых заканчивается где-то на, ну, на 30-х годах, 40-х годах 19 века. И вот уже прямо вот здесь начинается, ну, переходной период, и после этого посетители спускаются вниз, обходят снова весь музей, вот так исторически, от одного периода живописи к другому, и переходят в корпус Бенуа, в котором в основном живопись, русская живопись 20 века. Это вот корпус Бенуа, он связан с именами Бенуа в течение всей своей истории. Ну, во-первых, один из основателей Русского музея, одним из там совета, который создавал эту коллекцию, был Александр Бенуа, а автором был Леонтий Николаевич Бенуа, автором вот этого корпуса Бенуа, который носит его имя. И вот когда я проходил совет там со своим предложением по реконструкции Русского музея, это меня очень защищала Екатерина Николаевна Бенуа. Ей было под 90 лет, она меня очень поддержала, царствие ей небесное, я очень благодарен ей за это. Вот, она, кстати, сказала, что корпус Бенуа назван тоже в честь нее, потому что она автор интерьеров этого дворца. Ну, Бенуа, как вы знаете, наверное, является прямым предком нашего ректора Ивана Ильича. И вот, значит, вот это вот мой проект реконструкции Русского музея, внутренних двориков Русского музея. Вот, и я сейчас о нем немножко расскажу. Вот это, вот смотрите, значит, вот какая у меня была идея вот это. Во-первых, ну, в качестве задачи это было освоение, главное из которых, освоение этих вот двориков. Превращение их, создание там вертикальной коммуникации, потому что это огромный музей, не имел лифта, и поэтому для маломобильных групп и так далее подняться на второй этаж было очень трудно. А кроме того, там имеется огромный мансардный этаж наверху, который... Вот видите мансардный этаж, который я вот делаю уже перекрытие, в котором существует стропильная система, которая идет еще Россевского времени. Там существуют балки, которые, ну, условно говоря, были поставлены архитектором Росси еще в свое время. Великолепно выглядят они, красивые и так далее. И задачей это была моей, ну, во-первых, организация лифта, большого панорамного лифта вот в этой части. Вот в этой части, вот в этом церковном как бы дворе. А здесь создание некого зала. Вот. Эту работу я делал как бы в два этапа. Первый раз я ее начал делать в 2002 году. После этого, и тогда пришла в голову идея, когда это делалось. Делалось это очень по программе Международного банка развития и реконструкции. Такой есть банк, который финансирует такие крупные проекты, по соглашению дает кредит очень льготный государствам для того, чтобы они могли осуществить культурные работы. Ну, скажем, пирамида Лувра построена по этой программе. И вот возникла идея тогда вот, ну, у меня и у заказчиков там дирекции Русского музея это освоить всю мансарду и сделать из нее выставочные помещения, потому что мансарда великолепна, она имеет чрезвычайно разную высоту, ну, по разным причинам двора, а под это, кроме того, вот на третьем этаже, служебном, так сказать, вот этом этаже, здесь это не показывается, находится хранилище русской живопись 18-19 века. Весь фонд находится там. И ему находиться под крышей, в принципе, ну, на последнем этаже под кровлей, в принципе, вообще не очень хорошо.
от холодной кровли, по понятным причинам, протечек и так далее. И, в общем, была такая идея освоить это как выставочное пространство, вот этот верх. Была вот сделана такая эффектная картинка, визуализация, она была показана, не помню в каком году, в 8-м, по-моему, показана почетному попечителю Русского музея Владимиру Владимировичу Путину, и было принято решение, значит, сделать это не финансированием Международного банка развития, а делать эту работу по программе за наш государственный счет. Но это, конечно, все бесконечно долго длилось. Только в 2014 году вот я уже делал вот эту работу, которую я вам показывал. Ну, вот, значит, ну, что я сделал? Я ее почему вам хочу показать? Потому что она является, ну, немножко другим подходом, чем то, что делают в основном, когда делают такие крупные реставрационные работы. Там, значит, вот существует такая иллюзия, я бы сказал, очень нехорошая, которая считает, что в старом, ну, как бы в старом здании или в старом дворце и так далее нужно обязательно подчеркивать современное здание. Это так называемый принцип Венецианской хартии. Но это совершенно не так. Это так сказать, это вот представьте себе, что, например, вот сейчас сгорел собор Парижской Богоматери, ну, точнее, много там выгорело, и вот сейчас восстановить его фасад, взять и сделать по законам Венецианской партии, сделать его стеклянным каким-нибудь модернистским зданием, потому что этот фасад, северный фасад собора Парижской Богоматери, он построен в 1870 каком-то году Виоле Ледюком. Это совершенно новодел, его не было раньше. Но это неправильно, это никто бы не понял и так далее. А мне вот тут, что вот показалось правильным, что вот вы видите, вот этот вот парадный ордер, который выходит на фасад, и если мы превращаем эти залы, эти дворики, грязные дворики, превращаем в парадные залы, то, естественно, пройти таким же большим ходом, большим ордером, который их превратят в естественное продолжение вот этого зала. А мансардный этаж уже решить, так сказать, таким вот, ну, я сейчас покажу, каким образом дизайн, который может показаться современным, Наталья, с большим участием дерева и так далее, со сложнейшей абсолютно структурой, там, потому что пройти через эти все балки, это просто как была работа, как вышивать ковер. Вот я хотел, чтобы вы поняли, я еще раз повторю, вопрос заключается в том, что смысл заключается в том, чтобы создать ту задуманную когда-то Росси структуру дворца, который бы, несомненно, бы сделал бы, если бы не надо было бы освещать эти вот пространства, он бы, несомненно, бы сделал вот такие большие залы, которые на всю высоту сделал бы размером с лестничный зал. Это первая была идея. А вторая идея, которая мне показалась, вот я сейчас... Можно увеличить? Нет? Вторая идея, которая мне показалась очень важной, вот это вот у меня как раз перспективные виды мансардной стороны с разных сторон. Вот видите, там вот следы вот этого дворика и так далее. Это просто, ну, что называется, обмерная модель всех стропил, которые там остались, российских. Вот. А это вот металлические фермы, который положил Свиньин, когда делал вот эти вот залы, осваивал. Вот структурно я как хотел это сделать. Ну, это сейчас видно, я не буду там комментировать. Вот это вот фонд древнерусского искусства снизу стоит, вот это проходы в этом фонде, которые, видите, тут видно, что вот это плоский потолок, вот, который кажется кессонированным, которые кажутся сомкнутыми сводами, это тут просто роспись, здесь он сделан без этой росписи. И вот это вот как бы мансарда, которая сделана таким тосканским приемом, ну, с греческими колоннами, или тосканским приемом, который как бы держит деревянные эти фермы. Ой. А где дальше? Там были еще картинки. Вот, ну вот смотрите, еще какая возникла идея.
Так как вот залы древнерусского искусства, вот они здесь изображены, это, они, эти залы, то мне показалось интересным, вот на первом этаже сделать такое церковное пространство, видите, такое вот с арками и так далее, потому что, когда создавался русский музей, когда открыли, когда была открыта древнерусская живопись, так сказать, ну, и даже Андрея Рублева совсем недавно просто открыли и повесили, там они висели не так, как сейчас, просто вот в залах, вот вы видели на предыдущих там слайдах, они висели не так, как сейчас в виде, в залах, которые были на самом деле гостиными, сделаны в ложном рококо, таком архитектором де Бассе для и Елены Павловны. Я показывал там вот акварель, которая показывает одну из таких гостиных в духе середины или второй половины, ну, в середине 19 века. А сделать церковное пространство, именно там вывесить древнерусскую живопись. А вот на втором этаже сделать как бы такую крипту, которая выходит вниз. И здесь классический оформленный интерьер классическим ордером. И этот интерьер, он... И здесь сделать выставку живописи, поздней церковной живописи. Потому что ее очень много, она, в принципе, лежит в хранении, она редко очень выставляется. Это, ну, живописцы 18-19 века, которые писали для церквей, и, так сказать, не иконы, а картины. Это вот второй зал. То есть как бы церковный дворик, вокруг которого находится хранение вот здесь древнерусской живописи, чтобы оно имело адекватное пространство. То есть как бы снизу древнерусский храм, а сверху, как продолжение истории, идет классический храм. А этот решен как крипты. Вы знаете, ну, как бы нижний храм, в который смотрится. Это не храмы, я повторяю, это, они не освящены и так далее. Это просто правильное, на мой взгляд, пространство, в котором можно было бы выставлять древнерусскую живопись. Вот, ну, тут... Вот здесь, вот на этом слайде, я, к сожалению, не могу увидеть, но я надеюсь на ваше зрение, здесь показаны интерьеры мансардного помещения. Это такая, ну, такая игра деревянных как бы балок, которые пересекаются друг с другом и которые создают вот этот вот, ну, эффект. Они как бы поддерживаются стойками, которые оформлены в виде греческих колонн. Этот, вот такая, значит, это была идея, ну, не идея, а уже сделанный проект, очень трудоемкий он был, проект Русского музея. Он, кстати, прошел все там федеральные советы, но потом, значит, условно говоря, там сама по себе тема вообще реконструкции Русского музея, она умерла по многим причинам, ну, в том числе даже отчасти каким-то, в общем, там просто Русский музей отказался просто вообще от реконструкции, потому что в программе реконструкции, значит, предполагалось выселение Михайловского дворца на время. Вот, и это как бы в экономическом смысле чрезвычайно было неудобно Русскому музею. Хотя на самом деле я не уверен, что это совсем откровенная была мысль, потому что я-то разработал систему и даже проект производства работ так, чтобы можно было бы все это реконструировать, не закрывая Михайловский дворец. Но это уже история немножко другая. Вот этот, вот это вот мой рассказ про Русский музей. И что я тут хотел вот, ну, сказать еще раз. Вот тут это для меня пример, вот я теперь, ну, как бы заведую кафедрой архитектуры, которая совершенно непосредственным образом связана с кафедрой реставрации. Вот, собственно говоря, техника и стиль, для чего, мне кажется, нужно хорошо знать и понимать историю архитектуры и, самое главное, чертить
и проектировать ордерную архитектуру. Потому что мне кажется, что вот такого рода реставрации... А, да, вот я, знаете, что еще уже перешел к общим словам, вот не рассказал про вот эту часть. Вот здесь вот такой как бы полукруглый зал, который отражается как бы в зеркале, ну, который вот на нашей стороне получается такой круг. И здесь тоже выставочный зал какой-то. А вот это вот помещение небольшого конференц-зала лектория, который сделан мансардой, который сделан вот с таким куполом. Это помещение, как бы, это библиотека. Вот, в ней библиотеки, тут сейчас вот находится библиотека, и здесь находится, которая имеет огромную и прекрасную коллекцию книг по искусству всех времен. И вот здесь вот таким образом сделан конференц-зал. Мне казалось интересным, чтобы он был перекрыт стеклянным куполом, и чтобы который немного выступает в зал, в этот выставочный зал, и оттуда можно видеть, и оттуда попадает как-то верхний свет, который проникает вот через здесь стеклянное покрытие сверху, плоское. Ну, вот такой получился библиотечный двор. А это, значит, древнерусский двор. Вот, лифт спрятан был вот за стеной вот этих колонн. Потому что сначала вот это вот расположение лифтов – это одна из самых главных проблем реставрации. Вентиляция, вот я хочу сказать, и лифты, вертикальный транспорт. Потому что он по своему дизайну и по своему внешнему виду – как правило, входит в резкое противоречие с тем стилем, в котором решен сам дворец. И классический лифт, его сделать невозможно, или в духе, потому что никогда такие вещи не проектировались в те времена, когда это все проектировалось и строилось, эти дворцы. Поэтому мое мнение, и поэтому наши современные мои коллеги очень часто его выставляют как контраст. И я считаю, что эти вещи надо прятать. Всегда можно найти какое-нибудь решение, структурное здание. Видите, вот если вы здесь разглядите, вот здесь вот разрез как идет, и вот лифт, видите, вот находится вот в этом пространстве. То есть он не участвует в композиции здания, не входит в противоречие. Вот представьте себе, вот если бы вот в этой такой обстановке возник бы металл, металлический, никелированный металл, и стекло, и мне кажется, что вот постановка активно современных вещей, которые необходимо делать, вентиляторных вентиляций или лифтов, это на самом деле, несмотря на то, что они как бы освещены уже очень большой традицией и венецианской хартии и так далее, вот это на самом деле проектная халтура. Это просто неумение вставить необходимые вещи вставить таким образом, чтобы не разрушать тот замысел, ради которого делался этот интерьер. Это и есть тот самый принцип, который будет отличать наше обучение от обучение от того, что обычно принято, к сожалению, сейчас в реставрации. Когда это делается контрастом, это декларируется как контраст, современное влияние, но я не видел еще случая, когда бы они, эти современные вставки не мешали старой композиции. Может быть, исключением вот пирамида Лувра, так называемая, но в пирамиде Лувра очень много исторических смыслов и местных смыслов, и кроме того, архитектура дворов Лувра, особенно того корпуса, который выходит на улицу Ривали, этот корпус Наполеона III, он по архитектуре, конечно, чрезвычайно эклектичен, и, в общем, в принципе, там нет такой ясности, чистоты, как в классических памятниках. Но если мы имеем дело с настоящей серьезной классикой, с гениальными архитекторами, то я уверен, что тут нужно работать чрезвычайно последовательно, понимая тот принцип, на котором построен был сам дворец, сохраняя его идею и композицию. А идея очень проста, очень эффектна, очень выразительна. Опять повторяю, это огромные залы, большие залы, которые двухсветные залы,
а лестница, она как вертикальный комитет, трехцветная, зал, которые имеют, ну, ордерную декорацию. Понимаете, в принципе, ну, я считаю, что вот подобного рода музифицирование, несмотря на то, что оно существует уже, 120 лет, и оно уже давно стало, ну, как делать свинин, это тоже грубо. Грубо и, так сказать, и сделано это в таком банальном стиле неогреков, в котором делались все музеи в это время мира. Вот, собственно говоря, этот рассказ, я вот сейчас пробегу снова, и вот о, так сказать, истории постройки, ну, про постройку я, правда, не очень много рассказывал, но вот там очень много тоже интересных событий происходило, хотя не столько, сколько при построительстве Зимнего дворца, скажем. И вот это, на мой взгляд, мне было бы очень интересно показать, это как, что не все, что делалось больше, чем 100 лет назад, является абсолютно примером того, как надо работать. И несмотря на то, что вроде бы свинин, например, делал по тем принципам, о которых я говорю, достройку, но непонимание композиционной структуры огромного симметричного дворцового здания, и это, оно создало вот такой вот градостроительный эффект, о котором я говорил. Ну и к тому же, вот глядя опять на этот зал, грубость вот этой реставрации, то есть реновации свининской, она тут тоже, по-моему, очевидна. Ну, она не очевидна, этот зал все равно очень хорошо сделан, так сказать, но, в принципе, это, конечно, ни в какое сравнение с работой Росси не имеет. Вот это, я вам снова сейчас это пролистаю. Вот. И, ну, я думаю, что, так сказать, сегодняшняя лекция, она немножко короче, чем была. Это как бы, ну, продолжение предыдущей лекции. Если вы хотите, как я, между прочим, мне было бы очень интересно, чтобы кто-нибудь задавал какие-нибудь вопросы, которых я и очень жду, потому что на самом деле вопросы порождают, собственно говоря, тему для следующей лекции и понимание о том, о чем я говорю. Так что я жду от вас какой-то реакции, дорогие мои студенты. Все, я с вами прощаюсь.